Программа переселения из аварийного жилья, ремонт тротуаров и работа городского транспорта. Актуальные в последнее время темы стали предметом разговора чебоксарцев с чиновниками в рамках проекта «Открытый город». Заместитель главы администрации города Чебоксар Алексей Маклыгин рассказал об изменениях, которые происходят в городе, в том числе и при активном участии чебоксарцев. Активность горожан заметно выросла. Совместными усилиями обеих сторон появляются благоустроенные парки, детские площадки, велодорожки, освещенные улицы. Но проблем остается немало. Жители Ленинского района самого старого и центрального просили обратить внимание на состояние тротуаров и пешеходных дорожек в районе. По тротуарам вопрос сложный. Тротуаров очень много, где нет вообще, и много таких тротуаров, которые находятся в ненормативном состоянии. Мы эту проблему знаем, с прошлого года начали решать. В прошлом году уже такие первые серьезные средства были направлены. В этом году также планируем не меньше денежных средств, чем в прошлом году, направить на строительство и ремонт тротуаров. Встреча состоялась в школе номер 17. И первый вопрос сразу же о школьном стадионе. Эта территория всегда пользуется популярностью. Здесь всегда много народа. Просим помочь по реконструкции стадиона. Потому что мы там убрали, как говорится, все железные гаражи. И планировалось там сделать помещение, значит, чтобы раздевалки были для лыжников. И это были для спортивные так, игры, настольные игры, шахматы и шашки. Вот это хотелось бы сделать, то, что нужно для детей. Мы каждый год реконструируем 3-5 школьных стадионов. Мы в прошлом году, вот я просто забыл об этом сказать, в прошлом году мы 3 школьных стадиона реконструировали. 3 полностью. Да, и на следующий год мы, кстати, тоже планируем 3-5 стадионов пришкольных реконструировать. На территории стадиона находится старое заброшенное здание. Местные жители считают его зоной повышенной опасности. Здание не раз горело. Надо уже определиться с будущим этого здания. Либо его под снос, либо каким-то образом они должны его благоустроить. Ради справедливости надо сказать, что по соседству ко дню города открыли новую спортплощадку. И жителям микрорайона есть куда пойти. Но судьбу стадиона, конечно же, надо решать. На встрече не обошли стороной и вопрос парковок. В ноябре в городе заработали платные парковки. Нововведение приняли не все автолюбители. Поэтому они нашли самый простой выход – оставлять свои машины во дворах. К нам теперь не проехать, не пройти. Утром выезжаем полчаса, заезжаем полчаса. Но когда город принимал такое решение, задумывались о жильцах дома? Забита стоянка вообще. У нас и так там, ну, глухой, тупиковый двор. И что нам делать? Мы смотрим опыт больших городов Питера, Москвы, Казани. Еще не, ну, понятно, что есть всегда определенные сложности с установкой платных парковок. Но мы платные парковки делать будем. Менталитет людей, поверьте, изменится. В Чебоксарах завершился последний этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. В нее вошли дома, которые признали аварийными до 2012 года. Хочу выразить благодарность от лица лично себя, своей семьи по переселению ветхого жилья. Мы ждали 60 лет. Спасибо вам. И сейчас мы получили прекрасную квартиру. Было у нас 40 квадратов. Получили мы 63,1. Это тот самый редкий случай, когда на встрече прозвучали слова благодарности. Разговор длился около 2 часов. Алексей Маклыгин признался, что обратная связь всегда важна и помогает муниципалитету оперативно решать проблемы горожан. Галина Тидорчук, Андрей Спиридонов, Республика.